Всем привет, анекдот. Муж такой просился на рыбалку, жена его не отпустила, он такой толстый, обиженный идет к дивану, такой садится, на него такой вздыхает, губы надул такой. Ты, говорит, что делаешь? Спать ложусь. А что, говорит, еще 12 часов? Выдергивает у ней из-под одеяла. Ой, одеяло из-под жопы. Говорит, можно недвижимость убрать? Ты что, 12 часов еще? А я-то в 5 встал. Зря, как выяснилось. Может, и не зря гладит его. Отвали, я сплю. Коля, ну если тебе захочется, так давай я тебе консерву открою. Ну хорошо. Я хотел не рыбы, я хотел на рыбалку. Как дебил с Сергеем Геннадьевичем встали 5 утра, сложили это все добро в машину и уже почти отъехали. Тут вылетает этот дракон из подъезда. Вы куда собрались? Вам завтра на дачу. И ты тоже бе-бе-бе. Спи тогда. Вот и сплю. Коля, ты же у меня по гороскопу рыба. Ты что, специально сейчас, что ли? Гороскоп. Рыба. Пишут, у рыб завтра неблагоприятный день. А что он благоприятный, если с тещей на даче? А у меня благоприятный. Это как? Так, ты тоже рыба? У мужчин и женщин по-разному просто. Это что же такой журнал? Женский мир. О, понятно. Откуда в женском мире благоприятный день для мужчин? Теща такая идет. Наташ, привет. Что читаешь? Женский мир. А, я тоже потом почитаю. О, дракон прилетел. Я смотрю, тюленя выбросила на берег. Не сдох еще без своей рыбы? Не сдох. Вас жду. Понятно. Я не для того пришла, чтобы тюленем ругаться. Взяла лейку такая, поливает помидоры. Никто вас, кроме мамочки, не польет. Становись. Вечерняя проверка. Бычье сердце. Я. Ракета. Я. Дамские пальчики. Мы. Черри. Мы здесь. Повелительница наша. Помидор. Теща ему льет между ног из лейки воду. Что такое? Щиплет соскочил такой. Да ничего, это удобрение просто здесь. Ну что, может, подрастет чуть-чуть? Спасибо, хоть рогали свое не сделала. Че, обижается до сих пор из рыбалки своей? Да, конечно. Я не думал, что тюлени такие обидчивые.